Итак, что по тренировкам, значит, также делаю. Вот, к примеру, сегодня я тяжело потренировался, да, полноценная тренировка была. А следующий день у меня вот такая вот доп-тренинг, да, дополнительный тренинг, вспомогательный тренинг. Рук, то есть только руки. Только руки, в основном это предплечье, вот сейчас видите, да, как я делаю с блинами, знаешь, дисками. Потом идет бронхиалис, да, плечелучевая. Также бицепсы, вот можно, да, лицезреть бицепсы, да, прокачиваю. Раньше я также на вспомогательном тренинге еще качал и трицепс, да, лежа на скамье, но я исключил пока это, чисто акцент делаю на бицепсы. Здесь уже немного потяжелее, да, вес. Потому что много повторка мне не нравится, да, я взял потяжелее еще вес, прибавляю, как пирамидой. А также видно, да, то, что я тут прокачиваю предплечье, здесь уже плечи. Здесь уже плечи, да. Понятно, какую дельту я качаю, но я не хочу вот, углубляться в это, да, просто качаю плечи и все. Ну и вот видите, как дальше. Ну, в общем, вот такой вот вспомогательный тренинг. Ну, для меня этот тренинг вспомогательный, да, дополнительный очень важен. Нужно как бы заставлять себя, скажем так, расти, да. Что значит? Давайте. Что такое? Вот тоже комментарии, да, я не знаю, блин, подлетели, да, там всякие разные, и этот, и хейтят, и так далее. Это хорошо, да, то есть понятно, что реакция на мою теорию, да, она классная, то есть реально, это хорошо, это показатель, да. Так, ну ты на этот канал, да, пришел, смотрю, свинобоин наш. Скин-свин. Свин-скин. Короче, тебя надо заблокировать и все. Сейчас заблокирую. Так, ладно. По сути, да, давайте уже да расскажу. Родня у там 97% людей на планете такого нет, удара дня. Ну, вы как бы, ну, как бы люди на друг друга похожи, да. То есть можно прям в точь-точь найти такого человека, то есть понятие такое, как родня у многолиц, я считаю, нету. Но это так, мои теории, да. Так, здесь давайте еще, ладно, еще. То есть. А что тебе диктатура не нравится? Наш Путин около свыше 20 лет, и мне все нравится. Ну, если тебе нравится быть расходным материалом, да, расходником, то будь как бы при диктаторе ты такой. Он тебя даже и знать не знает, и знать и не хочет. Так что будь расходным материалом, базара нет, если тебе нравится такая вот структура, да, власти. Дальше целую задницу своему диктатору. То есть ничего не могу сказать. Похоронят Ленина, говоришь? Похоронят не только Ленина, но и всех вот этих, которые, да, многолицых вождей, скажем так, в прошлом. Опять же, да, вот Родина, да, Родина, патриотизм, я вот как затрагивал эту тему, я не понимаю, что такое Родина и патриотизм.
Вот возьмем, давайте, вот мобилизация в России, да, они же там сотни тысяч начали уезжать из страны России, да, к примеру. То есть для них понятия родины нету, патриотизма тоже нету. А я не говорю, что это хорошо или плохо, просто понятно, что и вот в Украине, да, то есть беженцы, то есть они оставили свою родину, да, убежали куда-то, ну, беженцы, да. Патриотизма родины у них тоже не существует. Я опять же не говорю, что это хорошо либо плохо. Просто можно из этого сказать, что для человека родина там, где хорошо и безопасно. То есть на фоне всего вот этого, да, происходящего, можно констатировать так. Ну, вообще вот хейтеры, да, вот я смотрю, вообще, по идее, хорошо, да, я как бы просто уведомление отключил, да, вот для блогеров говорю, уведомление отключайте и все. Пусть они пишут, пусть они продвигают видео, да, и я считаю, это будет только полезно. Мне же, я, если брать мои видео, то там уже все давным-давно уже, да, все расставлено по местам, всех поставил по местам. И как бы я понимаю, что, да, нужно за это еще и отвечать-то. Людям может и не понравиться, то есть правда, да, ну не просто правда, правда у каждого своя, а факты могут не понравиться. Так что вы меня никогда не забудете, ребята, вот кто меня смотрит, кто меня будет смотреть, да, с позволения Всевышнего. Вы мои слова не забудете, вы меня не забудете, никогда не забудете, потому что мои слова это все по факту, и они пьют прямо в душу, прямо в цель, да, все как в бодибилдинге. Так что я просто ваш вас освободитель от самого главного греха в жизни, это высокомерие. Так что вы всегда будете подо мной, а я буду под Всевышним, да? Ну и со мной рядом будут пророки, либо еще можно совключить легендарных величайших людей на всем нашем планете, которые были, возможно, и будут. Так что вы всегда будете подо мной. И люди не идеальные, потому что я здесь живу, да, сейчас с вами. Сейчас с вами я живу, поэтому вас Всевышний сделал не идеальными. А я просто говорю и подчеркиваю это, чтобы вы не высокомерили против меня. То есть, чтобы никто не смотрел на меня свысока. Поэтому вы не идеальные, вас Всевышний сделал. Он меня уважает, Всевышний, и я Всевышнего уважаю за это. Что он из вас сделал не идеальными. Так что вы всегда будете подо мной, а я под Всевышним. Ну и не только вы будете подо мной, но и под другими, да, пророками, будете под другими великими, величайшими людьми, которые были и будут на этой планете. Вообще, если бы не хейтеры, да, не было бы моей теории, по сути, да, не было бы, если неприятных, неудач, там, какие-то случаи, да, неприятных, то есть, по сути, не было бы моей теории. А кто я без моей теории, в принципе, ну, такой, да, оригинальный просто внешностью человек, и все. А моя теория, это уже дополняет меня во многом, то есть, что у меня есть еще и в голове, да, что-то. Так что без хейтеров моей теории бы и не было бы. То есть, ну и не только хейтеров, но и в жизни там люди, да, там встречаются и так далее. То есть общаемся. То есть без этого бы просто не было бы, без неудач и так далее, без их там неправильных каких-то слов, да, мыслей, вот моей теории не было бы. А я без моей теории, я просто был бы, наверное, ну, внешне, да, там красивый человек, а внутренне, да, пустышка. То есть моя теория это меня дополняет и убирает это слово пустышка и подтверждает, что у меня есть в голове есть что-то. Так что вот такие дела. Давайте дальше, я не знаю.
Ну вот. Ага, сейчас. Ну вот, да, если, допустим, человек родился, да, ну, многолицем, допустим, да, то есть, ну как, допустим, она есть так, да, 97% людей. Ну, у женщин там, у женского пола, я, по моим наблюдениям, да, что-то, по-моему, они все там многолицые, 100%. У мужского пола 97% многолицых людей по всей планете. Но что можно при таком случае делать, ну, я не знаю тоже. Как бы не раз слышу этот вопрос, что делать. Ну, не знаю. Это как бы сделать пластическую операцию вам нужно и все. То есть, либо пластическую операцию. Ну, опять же, да, под какой, да, под какое лицо, к примеру. А Всевышний же, как он дарит внешность оригинальную, красивую, только, ну, как бы оригинальную, да, от этого говорится, оригинальный, да, эксклюзивный. А ты под кого будешь делать пластическую операцию, непонятно вообще. Ты же не можешь придумать, как Всевышний, да, какую-то невероятную, там, оригинальную, да, красивую внешность, оригинальную, еще раз подчеркну. Так что... Так что вот такие дела. Ну и вообще, как бы я бросил курить, да, и что-то скучновато как-то. Я не знаю, надо привыкать к такому формату. Но, опять же, что-то... То есть, ну как-то не знаю, да, записывать видео. Я через не хочу сейчас записываю видео, так что я не знаю, как будет дальше. Просто реально скучно как-то. Еле-еле бросил, да, и я не знаю, там, то есть в будущем там ребята корпоратив устраивают, я не знаю, как там буду себя вести вообще. Ну там, может, будет, да, ребята, то есть, ну, которых я знаю, да, они не курят, не пьют, ну, не знаю, под вопросом, они придут, не придут и так далее, то есть, как я себя буду вести там, а... Потому что тяжело на самом деле. Но, опять же, выхода нет у меня другого. А для многолицых, мне кажется, ну я не знаю, я наоборот, если многолицым был бы не оригинальным человеком, да, что курил бы, что. Ну, курил бы мне для этого достаточно, да, курить, а пить я не знаю. Пить я как бы не пью. Вот как раз вот на комментарии. Пил ли ты водку в жизни? Я вообще не пил. Ну, а, по-моему, нет, был один случай. Я 3 раза пиво пил. И я думал, каждый раз, может быть, потянет. Нет, нифига, вообще не тянуло. Просто как, не знаю, вот вкус какой-то пива, да. Ну, не знаю, отторжение какое-то. Может, я первый раз попробовал, второй раз, третий раз попробовал. Все равно отторжение какое-то противное что-то. Как моча, можно сказать, да? А водка, я помню, один раз, или не знаю, короче, официантом работал, либо барменом, и я хотел воды попить, да? И, короче, в бутылке там из-под воды кто-то налил водку. Я, значит, наливаю в стакан и начинаю пить. Я просто попил, я понимаю, что это водка, просто выплюнул и все, то есть... Ну, бывали такие случаи, то есть кто-то не хочет, чтобы видеть, да, чтобы его этот как бы спалили, да, там, что он пьет. И были такие случаи, что они просили в пластиковую бутылку, да, там, ну, из-под воды, то есть налить ему туда вообще водки, а минералку вылить. Так что, ну, разные были ситуации, по идее, официантом, когда работал, барменом, потом меня этот... повысили барменом, тоже барменом работал. Я все вот эти алкогольные, безалкогольные напитки все знаю. Я знаю, как кофе делается, да. Я сам много кофе пил тогда. Ну, немного прям. Ну, прям свежий, да, вот прям с пачки открываешь. Раз там, не знаю, капучино, еще и так далее. Латте можешь что-то сделать, да. И так далее. Все это
Капучино еще легче делается, но латте немного сложновато, но все равно можно. Американо, да. Ну там американо ничего сложного, эспрессо. То есть двойной экспрессо, да, экспресс или эспрессо, я уже забыл. И этот, да, по идее есть что вспомнить, да, но, как говорится, прошлое, это и было, да, прошлое. То есть его не вернешь. Кто-то вообще прошлое, да, не хочет вспоминать. Ну, не знаю, вот так и живем. Ну, тоже вот родители, да, к примеру, не знаю, неважно, любого, да, диктатора, любого даже взять там, вот, который пишет гадости в комментариях, да, и так далее. То есть я не думаю, что если у кого родители живы, я не думаю, что они вами гордятся. Либо, к примеру, у родителей у кого-то дома, да, уже умерли. То есть они бы вами не гордились. Я не думаю, что, ну, если... Я не думаю, что там этот... я считаю, они... Понятно, если существует Всевышний, они получат, да, от него. Просто адекватному человеку, нормальному, да, который понимает, да, и вот такие вот взаимосвязь с родителями. Я не думаю, что там родители, к примеру, Токаева, Назарбаева и так далее, вашего там Путина и так далее, кто смотрит меня, да, кто хоть обидел, да, не то что, ну, убил человека, они-то убивают людей, их сажают и так далее, то есть, или там хейтеры, которые, да, то есть хейтят кого-то, да, пишут всякие гадости, ну, непонятные, да, то есть просто не хватало, чтобы не многорожие, да, чему-то учили и что-то указывали, да, то есть многорожие, представляете, многорожие пишут, ну, это вообще, конечно, эпическая тупость, но, опять же, со стороны, если смотреть адекватного, нормального человека, эти родители, да, не заслужат вообще уважения. И я не думаю, что если адекватный родитель, да, к примеру, адекватный нормальный родитель гордится, да, своим сыном, вот, к примеру, как в комментариях, да, там кто пишет, да, там всякую херню. Ну, то есть, понятно, может критика быть нормальная, да, ну, как бы более-менее адекватная или адекватная даже, да, но когда там какой-то зашквар непонятный, да, ну, это херня. Я не думаю, что... То есть адекватный, нормальный родитель будет гордиться тобой, к примеру, да. Ну или взять диктаторов и так далее, всяких дурацких людей, там, придурочных, да, там, высокомерных и так далее. То есть я не думаю, что, опять же, да, кто-то будет гордиться такими людьми, да, таким человеком. Ладно, в принципе, вот такие дела. Через не хочу записал это видео, потому что скучно. По тренировке, да, опять же, ты возвращаешься в такой режим, да, где там особо и не схалявит, да, и когда я курил, да, можно было такое сделать, да, там расслабиться и так далее, но когда ты уже четко-четко режим удаст, ну, ты хочешь, не хочешь, да, ты там книжку читаешь и так далее, то есть тебе надо чем-то заниматься же, да, раньше ты просто расслаблялся, а тут надо себя держать в строгости, да, в режиме и так далее. Ладно, в принципе, вот такие вот дела. В принципе, я не знаю, что будет дальше, пока еле-еле записываю это видео, потому что скучно, да, без сигарет, но у меня другого выхода нету, да, и этот... Ну и, разумеется, это выход, да, самый такой хороший, адекватный, нормальный выход, понятно, да. Ладно, все, всем пока.